Итак, всем привет, ребятки. Я надеюсь, у вас все в порядке. Это у нас Mortal Kombat 5, друзья. Это не игра на Android, друзья. Это игра, которая имеет компанию. Все-таки нашел компании Continuum. И что ж, давайте я буду играть. Вот, кстати, где-то бэк-бэк. Вот такой у меня челик. С такой пушкой неплохой. США, Америка у нас. Давайте, я думаю, начнем играть в компанию The Light Star. Что, погнали. Так. Офигенный чувачок. Снаряжение. И в каком-то мы непонятном месте. Но все же... Поиграем, короче. Короче, какой-то непонятный. Так, 13.00, апрель. 13 апреля, видимо. Так, мы плаваем здесь. Мы здесь плаваем, друзья. Ага. Lights up. Это так звучало. Это, наверное... Strike to Mark. Кстати, здесь, друзья, можно скипнуть. Это, видимо, начало. Видимо, начало игры. Да. Эпичненько. Все эпично. Музычка эпичненько. Эпичненькая. Тут выныряем. Давай, братан. Давай. Контакт. Как они нас не видят, а? Еще немного звучку бахнуть. Нет. Красава я, да? Красавчик. Так, зеленую штуку давай, хорошо. На. Все. Всем прям на. Так ты чё? Ты чё особенный? Ты чё особенный? Да, ё-моё. Ну ты меня разозлил. Да. Так, куда нам идти? Сюда. Куда? Братан, давай. Лысый братан. Пум, подсадил меня. Красава. Уважаю. Так, нам надо сделать. Let's go, погнали, братан, давай. Выбиваем. О, свет в конце туннеля, красота-то какая, ё-моё. Красота же. Красотища же. В лодке там и сидите. Вам там нравится, да? Камон, погнали, гоу. Давай, эпичненько все делаем, эпичненько. Так, а нам что-то рукоятку какую-то дали. Что-то нам можно здесь сделать. Ты чё? Ты против кого вообще? Так, может, в лоточку им бабахнем. Ты чё, смешно, что так, какая-то граната, блин, не лучше вообще любой. На, падай, красава. Так, ну что, за пулеметик, погнали, давай, быстрее, давай, погнали, ё-моё, давай. Что, иди сюда, кто? Да. Иди сюда, да. Щит. Понимаю, братан, понимаю. Что делают, что могут и делают. Так, за нами никто не плывет. Или плывет? А, плывет какая-то гнида. Фак. Это все, в принципе, логично. Кстати, неплохая, друзья, игра, я вам скажу. Кто согласен, лайк, подписка. Если это, конечно, вы не сделали. Да, братан, давай вылетай. Ну, ё-моё. Все хорошо, замечательно. Так. Его нужно сбить по-любому. Да, пошел ты. Не брызгай. Я про тебя буду фигач постоянно. На. Бада. Водила, привет, Мадила. Только сколько в тебя патронов, я уже фигарил. Давай, падай, братан, да, только не это. Я лучше это сделаю. Да, это эпично было. Это круто было, это первая миссия, это первая просто.
Крутяк. Это нам что-то дали, это нам что-то нифига себе. Еще 3 звезды Некс, это хорошо. Это 8 уровень. А, ну да, я же играл. Так, хорошо. Next. Спасибо вам за все. Missing out. Спасибо вам за все, спасибо всем. Привет, красоточка. Привет. Как дела? Здесь, кстати, неплохие. Заставочки. I can see it now. They... Gilman was behind the whole thing. Ah, so the world's biggest private security contractor is, what? A front for the World Liberation Army. That is what you're telling me. We have been working for terrorists. I need your help, Rue. I need your help. One I can trust. They know trust. They're no less big guns. And the mission reports. I mean, and the mission reports. They made it when I got back to Tokyo. My... Down to the end, then to heart tear. Been too hard to hurt about this bullshit because I think you need to wait. Чё, погнали? Ух ты, ё-моё! Реально, fuck. Morton, Modern Combat 5. Пятый комбат. Так, это у нас выполнено. Что нам это нужно, да? Погнали. Погнали. С лысым бойцом, с лысым пацаном, так сказать. И не будем мы что-то там вмешиваться, что-то там... Так. Снайперская винтовочка. Этот мой пацан, это мой. Я здесь, так сказать, за снайпера. На! Снайперская миссия. Ух, плечо прям. Так куда ты двигаешься так быстро? Нормально я тебе бошку прострелил, да? Правильно? Так, сколько вас там много понаходило, ё-моё. Тебе. Пока тому. Пока чину. Так, еще здесь понаходило здесь. Четко прям, да? Четко прям, друзья. Так, звезда, мы получили звездочку. Мы тупо получили звездочку. И вот еще пацанчик. Лучше бы ты не уходил. Правильно. Напоследок. Все. Continue, no missing out. Out. Так, это мы уже две миссии, так сказать, прошли, или как? Я не могу понять. Что-то как-то непонятненькое. Ну хорошо, VIP. Вот здесь нам нужно начать. Первый старт. Какой-то Будда или чё? Какой-то непонятный грозный такой пацан такой стоит, ё-моё. С таким фонариком. Да, я такой, я крутой. Токио, пишется Токио, да. Это, короче, восток, восточные страны. Дальний восток, дальний аж. Да. Вставай, пацан, давай. Да. Погнали, да, я иду. Тебе фигово, да, братан? Да хреновенько мне, да. Ой. Херово, да, понимаю, братан, понимаю. Ой-ой-ой, как это? Опа. Блин, ну как здесь пролезть? Оп. Пацану, наверное, там вообще уже хреново. Ты чё мою жену обижаешь, а? Ты чё мою? На. На нафиг. Пошёл ты отсюда. Давай мне калашика. Ну чё, погнали. Амирон. Да ты чё, офигел, ну чё ты, ну как? Хай-хай-най. Да, нормально бомбануло, да? Я такой, я могу. Я тупо крутой чувак, да? Кого? Да блин, ну чё так? Она не действует никак вообще.
Это грена. Или я неправильно ее использую. Косить его знает. В принципе. Блин, ну его здесь много. Ты такой спокойный, братан. Я тебе просто сейчас завалю, а ты так спокойно себя ведешь. В принципе, как и все. Так, куда я патроны так трачу? Много. Без надобности. Так, куда ты прячешься, братан? Ну, не прячься. Ну, я ж тебя найду. Тебе татухи даже не помогут. Тебе не помогут татухи даже. Я тебе отвечаю. Так, а там кто вообще? А там кто? А, это здесь. Это пацаны. Это пацаны здесь развлекаются отсюда, да? Ну, да. Собственно, развлекаемся. Все развлекаемся здесь. Ё-моё. Ай, ё-моё. Ах, ты там сидишь, да? Ах ты, ай, ты здесь сидишь? Да ну тебе, ну ты чё? Ну ты только не трожь меня, только не трожь. Так, ещё есть. Так, мы отошли по ним. Да блин, патронов нет, патронов. Бери. Да, рашит нормально, ну. А если это взять? Где-то здесь ноль, не бери. Ай, ё-моё, ну ты е. Учка дуднини. Как ты стреляешь? Как? Да куда ты прыгаешь? Нифига себе ты! Паркур нафиг? Авто это есть? А, есть. Это хорошо, это замечательно. Так. Спасибо. Большое спасибо. Так, вот это мы тоже прошли. Вот это, no missing. Не, ну я скажу вам, миссии, конечно, не длинные, но они есть, они здесь имеются, они неплохие, они более-менее играбельные, но нереально играбельные. Ну что, давай продолжим, вот, вторая, старт. Снова привет, красавица. Красоточка, давай с тобой вот это, будем воевать, стрелять, фигарить все подряд. 10:55. Так, май 22, 23, то есть. Пошли, да, погнали. Чё там? Шо? Ты на кого? А, сюда? На! Та-т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 а
Братан, не прячься, не прячься, я тебя найду. Я тебя найду, я тебя найду. Как бы там ни было. Как мы с тобой вообще общаемся, мне интересно. Ой, попал, да? Извини. Да ты чё? Так, да куда ты смотришь, если тебя хреначи патронами? Ну ты тип, ну ты тип. Чё? Чё? Кто? Кого? Блин, братана убили, хай. Жалко, да? Жалко пацка. Жалко пацка. Куда нам нужно идти, кстати? Не знаю. Подскажите, если знаете. Да-да-да-да-да-да. Ты увлекся, да? Это как? Что за фигня, блин? А, это все, в принципе, нормально, да? В принципе, позиция лучше, чем было. Так, это мы возьмем. Найс, хорошо. Да. Это мы стреляем, да? Или не стреляем, или что, я не понял. Это мы, наверное... А, это мы активировали, точно, точняк, я забыл про эту штуку. Так, затуши, да, затуши, молодец, красава. Блин, ну, да, ну здесь вражины, как так? Как так-то? Ну, Грена как-то сработает, хоть раз в жизни сработает Грена нормально, по-людски, по-человечески, так сказать. Так, по-любому нам нужно фигарить всех подряд. Ну, чем мы и занимаемся, в принципе, да? Да иди ты отсюда, иди ты отсюда. Как? На!
Бу! Нормально. Что за фигня? Куда? Куда ты? Да ты иди отсюда. Куда ты побежал? Куда? Так, так, наверное, сюда не надо. Ой, это если не трожь нас. Погнали. Чё? Куда? Сюда? Ну чё, погнали. Сакуры, красота одна. А ё-мо, это же мирные люди, это мирные, это врачи, это доктора. А я и фигарю. Бывает, бывает. А, это все, да? Это уже вторая миссия была. Это next, хорошо. Next, это прекрасно, замечательно. И можно сказать, неплохо. Неплохо, да. Но у нас какие-то появились проблемки. Так, это что вообще? А, это все, в принципе, хорошо, да? У нас все в порядке, немного они были некоторые трудности, но мы уже вторую миссию закончили в этой кампании. Давайте к третьей приступим. К третьей, да, приступим. Третью тоже. А что? Уже где-то минут 20, наверное, сняли. Или сколько? 17, наверное, уже больше 17, наверное, по всей видимости. Но! Ничего страшного. Тяв-тяв-тяв-тяв. Этот, блин, этот фраза, это меня просто... На! Опа! Чё? На! Только что это забыло. Так. Стэй бэк. Ребята, перезаряжайте. Я жду, пока вы перезарядитесь. Брата, чё вы такие резкие? Куда ты спрятался? Да ё-моё, почему у вас так дофига? Я и отдохнуть не успеваю. Так, мне пестик есть. Чётко. Хоть пару пестиков. Ну, мне пушка получше, мне кажется. Мне кажется, она похуже. Чего? Ты на кого бочку хочешь? Ты на кого бочку хочешь? Не, вас дофига реально. Отдыхаем. Без этого никуда. Это временные сложности, они нам нипочем. Мы просто будем биться кипячом. Саня, успокойся, Саня. Что это? Куда? Давай, показывай, куда бежать, куда? А, вот здесь, да? Я тебя понял. Вот сначала перефигачу, а как туда попасть? Я не... А, блин! Давай, вылази. Давай. Братан, давай. Давай. Ах, пошел. Фух, да? Эту пушку возьмем. Давайте вот эту. Мы уже с этой привыкли. А, ё-май! Чё за фигня? Это после выпуска, да? Такое глаза, да? Сдаюсь, братан, пацан, сдаюсь. Да. Опа. Фу. Ты чё? О, на, сломал.
Есть. Ага, фиг там, да? Спасибо, спасибо, по-любому ты, да? Спасибо, спасибо. Только не направляй на меня оружие, не надо. Не надо. Да, отдай, отдай. Лучше отдай, я тебя прошу. Спасибо. Опа. А вот это было уже не прикольно. Так. А, это мы типа повесились или что? Что-то не понял. Не понял Руди Умара. Все, в принципе, да? А, нет? У вас очень много. Очень вас много. А, да, я. Так, кстати, повесил. Я, кстати, в форме. Какой-то я в врачебной форме. Непонятно, какой хуй. Ага, понятно. Ну что ж, ребята. На этом, наверное, пожалуй, все. Мы, наверное, сегодня закончим на этом. Modern Combat 5 закончится. Кстати, кому интересно, вышел он в 2014 году. Мы уже прошли три... Не, мы уже прошли сколько? Сколько? Бэк? Вот мы прошли вот. Вот это мы прошли. Не, то есть вот это. Вот это сначала мы прошли, потом вот это мы прошли. Уже две миссии, потом здесь. Три, четыре, пять. Потом с четвертой начнем. Вот этой. Awakening. И как бы все. Ну что ж, с вами был Модем Игровой. Кстати, здесь много дофигища карт. Вот еще где-то 6 или сколько? 6 карт. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчики, а также пишите комментарии к ролику, нравится вам эта игра или не нравится. Буду снимать, если нравится. Лайконы по-любому прожимайте. Что ж, был я, Модем Игровой. Всем удачи и всем пока-пока.